Но все-таки самым счастливым днем там, за океаном, был тот, когда из Красноярска пришла телеграмма о том, что у Ивана родился сын. Все хорошо, лучше не придумаешь. Но мы волновались, успеет ли Иван подготовиться к чемпионату страны. Изнурительные схватки, многочисленные полеты по городам Америки. Как это все отразится на спортсмене? Он вернулся в Красноярск менее чем за 20 дней до открытия чемпионата. И сразу же попал в заботливые руки своего тренера. Будет небесам жарко, сложат о героях песни. Вспомните, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Счастье, знаете, бывает в чем? То, что когда завоевываешь медали, чтобы он почаще, еще много-много раз поднимался на самую высшую дистанцию почета и звучал именно за рубежом гимн Советского Союза. Знаете, это чувства, которые остаются на всю жизнь, которые невозможно забыть. Ну, а Дмитрий Георгиевич, конечно, это большая заслуга, то, что он здесь поднял школу вольной борьбы. Я бы хотел ему пожелать не останавливаться на Ярыгине,